Итак, привет, друзья, с вами Серж, и сегодня будем одевать гидрокостюм в ванне. Поехали! Начнем. Так, сейчас буду одевать костюм сначала. Включу воду, такую тепленькую. Включаю. А, шорты снимаю. Как я буду в шортах одевать костюм? Трусы снимать не буду. Шорты бросаем на пол. Включил воду я. Горячая слишком. Вот тепленько нормально. Так. Сначала одеваем штаны. Берем их. Костюм у меня Aqua Discovery 9 мм. Так, размер сейчас скажу. 52, по-моему. На кошке написано. Так. Шампунь у меня есть. Каспер. Это детская шампунь. Она не щипит глазки. Поэтому мы позвоним охотнику и даю рот. Нужно одевать костюм с помощью нее. Ну, именно костюм для подводной охоты. Потому что в нем открытая пора. А дайверские костюмы бывают сухие, бывают полусухие. То есть обязательно использовать шампунь. Подводным охотникам рекомендуется использовать костюмы с открытой порой. И нужно использовать детский шампунь. Именно тот шампунь, который не щипит глазки. Наливаем воду в костюм. Ну, обычный шампунь. Выдавливаем. Вот так вот. Как бы плеснули сюда немного, да? И каждую штанину тоже немного. Побольше. Ну да, прям много будет. Сюда плеснули. Штанину немного. Другую штанину тоже. Так, теперь наливаем воды. Штанины держим руками, чтобы вся вода не вылилась. Воды так немного наливаем. Масштаб не тратить полтора. Ну так, сами смотрите. И вот так будем движениями. Делаем мою воду. Ох ты! Еще воды надо. Одну из штанин и другую. Ну, так, по идее, нам нужно эту воду применить в портку. Так как мне тут неудобно, нет, она все равно перельет. Уложим ее. И переливаем в шлем. То есть в шлем именно.
как нормально одеваем штаны. Так. Кстати, ногти должны быть пострижены, иначе вы можете резать костюм. Также крестик должен быть снят. Вот я его снял. Так бы надел бы сейчас и порезал костюм. Вот так вот. И на ногах, и на руках ногти должны быть подстрижены. Одеваем штаны наши. Ну, побольше, наверное, надо было шампуня. Ну, сейчас разглядел. Штаны, в принципе, легко одевать. Не как куртку штаны одевать. Думаю, одену. Берем не за открытую пору, а за, именно за внешнюю сторону. Так это натягиваем. Блин, 9 миллиметров выжимает. По дискали стягивает меня. Так вот. Оттягиваем. Так вот. Что-то плечо порвалось чуть-чуть у меня почему-то. То ли мне маловато, то ли еще что-то непонятно. Воздух надо выпустить из костюма. Да, трудно 9 миллиметров одевать. Ё-моё. Бутон мне маловат какой-то. Понятно. Как будто он мне реально маловат уже. Натягиваем плечик. Реально. Фиг оденешь. И фиг там снимешь. Боюсь порвать. Что?
Вот что идет. Ё-моё. То ли накачался-то. Он и раньше, в принципе, одевался так же. Ой. Просто плечика боюсь порвать. Фух. Вот уже. Что-то порвано. Странно. И вот здесь. Как будто маловато мне, да? Так, переодеваем куртку. Нужно смочить голову. Так, оттянем то, что она не должна быть вот в очередной шишечке. Добавим еще воды, шлем. Ой, шампуня добавим в рукава. Воды немного. Мешаем. Вот так вот скидываем воду. Такие движения делаем. Да, жестко, сковывает меня. Побольше шлем надо, чтобы взять. Рукава. Все. Одеваем куртку. А, надо еще волосы помочить немного. Хотя и так пойдет. Одеваем. Все, руки. Все, руки. Это волосы буду мочить, ё. Так надо одевать таким движением. Делали. С горем попало. Все сжимает, вообще не могу дышать. Это да, друзья. Так, отделим этот гидрокостюм. Волосы намочить, поэтому ходи наш. То есть мы ныряем головой в костюм, бросаем руки, а потом уже голову как бы. Такие одеваем.
отжимает все. Вот это, да, 9 мм дубовый костюм какой-то. Вот так, теперь защелкаю на клипсы. Все. Вообще всего сковывает. Да-да-да. Вот что получилось, друзья. Так, одеваем гидрокостюм. Блин, сковывает всего, наверное, маловато. Вообще, как он двигается. Могу. Так, плаваешь, плаваешь, останешь и все. Сейчас маску примерю. Так, а так что мне? Маска вот он. Шлем одену пока. Маска вот она. Достаем масочку. Ну что с вами? Маска, по-моему, забыла, как называется. Скорпиена маска. Трубка. Ара, пэк, по-моему, какая-то. Какая трубка у нас. Фу. Так, на маску мы плюем, чтобы не потело. Вот, плюем, тогда маска не будет потеть. И вот это слюну вот так, трем-трем вдавливаем, потом смываем водой. Сейчас у нас вот так надо смыть. Вот мы еще пьем. Привет, а потом вот так тоже смываем. Так. Помогай. И одеваем маску. Такие дела, друзья. Сильно затянуто, наверное. Ой, так пойдет. Я думаю. Так. Так, можно продеть, вот через этот ремешок можно. Просто попробовать. Не продеваю. Так. Вот этот обтиратор на маске должен быть. Что у тебя здесь колода? Чтобы вода не протекала. Так, да, чтобы не протекала. Вот так вот где-то примерно. Иначе вы туда протекать, все, в принципе. Втиратор на маске. Можно как где-то отправить. Берем трубку, рот. Рот. Вы готовы потом отдохнуть. Так. Так, чтобы это заряжало, кого отвешаем, то... Наш, у меня. Вот так на ногу каждого зацепить лучше всего это на руку. Лучше на так. Кукан. Ой. Кукан. Такой у меня. Вот такой куканчик. Блин, меня сдавливает телебаку.
как кажут. Так, я так вот. Зарубил шаг. Ружья, бля, скорпеда, 50-ка. Видите, да? Это ваша, ваша. Знаете, буду перчатки делать, рукавицы, точнее, рукавицы 7 мм. Sub Life. Такие земли 7 мм рукавицы. Доски у меня есть 9 мм, вот эти доски 7 мм. Aqua Discovery называется. Пока не буду это делать все. Ласты там. Это для глаза. Поезд парочки, как называется, не помню. Под глаза для девятки, но вес на 1 кг. 13,5 или больше немного. Вот. Ай, буду одевать, остал. Раз покажу. Так, ласты. Тоже сейчас раз. Ё-моё. Пиздец, друзья. Фу. Недавно прекратилась моя запись, потому что мне отправила мама в WhatsApp какой-то видос, это пиздец. Пару минут назад, спасибо, что они в начале видео. То есть в WhatsApp пришло сообщение, и запись прекратилась, уходит. И почему-то там запись 23 минуты идет, потом 2 минуты. Странно. Чё, за чего это? Может, это смс пришло? Не пойму. Вот ласты. Бушат. Такие короткие. Не знаю, сколько тут. 55 сантиметров, 50-45. Блин, меня уже все ожимает, все ломит. Это пиздец. Так. Пояс я показал. Ружье. Перчатки, все рассказал. Сейчас буду этот ебучий костюм снимать. Блин, я сдал это сегодня, не могу. Не пойму, что произошло, почему запись прекратилась. 18.52 смс было. И почему две записи, то есть 23 минуты, потом 2 минуты. Потом я подхожу к телефону, когда за ластами шел, и запись прекращена. Через 2 минуты с лишним. Вторая уже почему-то. Хотя записывал одна странная. Вообще не понимаю юмора. Ладно. С вами был Серж, дорогие друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Говорите про что снимать. Я не могу, меня сдавливает. Буду костюм потом снимать. Я сейчас сразу сниму. При вас. Не могу. Не могу. Так, берем на какие-то захлясты держим. Так, и тянем. И тянем. И на захлясток. Не могу снять. Прямо в чем прикол. Тянем. Похоже, мало шампуня было и мало промылил. Вообще пиздец, или костюм такой мол. И раньше его так же делал. Пиздец. Так. Thank you.
конечно, это пиздец. Друзья, хуй снял, хуй снимет. Сюда выкидаю. Мало мне, похоже. Пиздец просто. Все плечи сдавливают. Это жестко. 9 миллиметров, дубовая дубинка какая-то. Зато показал вам, как одеть гидрокостюм в ванной, в домашних условиях. Так. Теперь снимаю. Ну, снимать уже полегче. Конечно. Фу, жарко в нем ужарился вообще. Еще вода тепленькая. Он еще сильнее эту воду нагрел. Очень жарко. Вообще жаре. Фиг с ним. Фу, да я наконец-то снял. Все, друзья, я его снял и сделал это. С вами был Серж. Подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых встреч.